Здравствуйте! Это передача для тех, кто хочет усыновить ребенка. Сегодня мы в гостях в Петрикове. И я хочу познакомить вас с прекрасной девочкой. Это Юля. Юля, скажи всем привет. Привет. Юль, сколько тебе лет? Мне 9. 9 лет уже, да? Хорошо. Ты учишься в школе? В школе я учусь. В каком классе? В четвертом. В четвертом. Недавно перешла, еще не привыкла, да? Не привыкла. Хорошо. Тебе нравится в школе вообще? Да. Что вы там делаете? Ну, занимаемся математикой, физкультурой. Ну, после всех уроков мы на прогулку ходим. Угу. А что на прогулке делаете? Ну, каштаны собираем. Ну, иногда и гуляем. А что еще делаете на прогулке? На прогулке мы, ну... возвращаемся в школу, и, ну, там качели есть, и я на качели катаюсь. Тебе нравится качаться на качели? Да. Классно. А что еще нравится делать? Мне, ну, в школе игровой мне нравится тоже там. И во что ты играешь обычно? Ну, там в куклы, ну, там есть коляски и куклы. Я в это играю. Мне сказали, что вы на танцы пошли в этом году, да? Да. Танцуете? Да. Угу. У тебя есть любимый танец? Да. Какой? Ну, там, где мы... там про Беларусь. Угу. Вы танцевали на празднике? Да. Хорошо. Тебе понравилось танцевать? Да. Очень дружелюбная, активная девочка. Она не усидчива, но при том, при всем, очень... любит играть с друзьями в какие-то активные игры. Очень любит играть в куклы. У Юли сложный характер, но у нее есть на все свое мнение. Переубедить ее очень сложно. К Юле нужно будет найти подход, потому что девочка непростая, немножко скованная, стеснительная. Несмотря на то, что у Юли особенности психофизического развития, но физическое здоровье у нее в норме. А скажи, пожалуйста, у тебя есть какие-нибудь вот домашние дела, обязанности, что вот прямо на тебе там пыль вытирать, например? Есть. Какие? В субботу мы убираемся всегда. Угу. Комнаты, свои территории. Угу. Порядок наводите, да? Угу. Хорошо. И ты что, вот как ты убираешь? Просто вещи складываешь или что-то делаешь? Я пыль потираю, подметаю, пол мою. Ты прям хозяюшка, Золушка, да? Угу. Ну что, Юль, у нас для тебя есть подарок. Иди. Там целый пакет. Для начала вот к твоей кукле еще вот такая игрушка. Она, конечно, не кукла, но с ней тоже можно прикольно играть. Банку сгущенки, я думаю, ты еще не воспитывала. Теперь, опачки, у нас есть, вот, собственно говоря, сгущенка. Ты уже пробовала сегодня такую, да? Угу. Паша поделился. И две вот таких вот банки. Граждане, которые приняли решение о том, что они... могут усыновить ребенка, могут получить всю необходимую информацию как в отделе образования по месту жительства, так и в центре усыновления.